Итак, предупреждение родителям за детей. Вижу, как тонет ребенок, еще виден лед. Родители, будьте бдительны, следите за детьми. Я, в общем-то, как бы особо не вижу, чтобы когда, как бы вот это вот какой-то единичный такой случай. То есть обычно я вижу, когда что-то такое глобальное, что-то большое какое-то событие. Но вот хотелось бы предупредить родителей, чтобы они следили за детьми, что будет какое-то ЧП на тонком льду именно с детьми.